А что ты мурчишь вообще? Идем по следам преступления. Спокойно, тут лежит, да? Ты что наделал? А ну давай лапку, я посмотрю. О, уже мы тут вымыли практически. А вот тут, ой, ай, ай, ай. А вот картина и виновница вот этой вот красоты. Зовут ее Варвара. Лапки мы ей уже отмыли. И стол тоже. Она еще та любительница полазить по рабочим местам хозяйки. И вот такая вот картина в итоге получилась. Кошка просто увековечила себя мне на память.